благодарю за возможность поговорить об этой актуальной теме, которая мне самому очень близка, и я очень надеюсь, что со временем все несовершенства будут преодолены и прецизионный подход найдет свое место. А пока мы имеем дело с некоторыми его шероховатостями, скажем так. Собственно, в основе прецизионного подхода лежит на самом деле не только молекулярное тестирование, это его платформа такая базовая, но в действительности это использование наиболее полной информации о пациенте, которую мы можем получить, и для принятия клинических решений. Поэтому, вообще-то говоря, даже если мы сделали молекулярное профилирование и ничего не нашли, или, например, нашли какие-то мишени, но приняли решение в рамках стандартного протокола лечения, это тоже может стать прецизионным решением. Но обо всем по порядку. Собственно, когда мы говорим о том, о преимуществах прецизионного подхода, мы смотрим на исследования, например, такое как «No U-Tumor». Это анализ реальной клинической практики, который объединил больше 1000 пациентов с аденокарциномой поджелудочной железы, которым выполнялось профилирование, и, соответственно, часть из них получали терапию, направленную против обнаруженных молекулярных мишеней. Часть из них, соответственно, не обнаружила никаких мишеней, была довольно значительная пропорция. Часть из тех, у кого мишени были найдены, получили стандартную химиотерапию. Если мы посмотрим на этот график, где красная линия показывает общую выживаемость пациентов, получивших молекулярно-направленную терапию, то есть лечение в рамках прецизионного подхода, то мы не можем не согласиться с выводами авторов исследований, которые здесь приведены в правой части, что применение такого подхода может дать значительный эффект на выживаемость пациентов с аденокарциномой поджелудочной железы. И именно на основании этого исследования рекомендация делать молекулярное профилирование вошла в гайдлайны NCCN. Но есть и оборотная сторона, те самые несовершенства. На сегодняшний день лишь в незначительной части пациентов мы можем наблюдать реальный клинический эффект, который, в общем-то, отсеивается, часть пациентов отсеивается на разных этапах. Ну, в частности, только меньше, чем у 30% мы находим, в принципе, таргетируемые мишени. И из этих пациентов только 7% получают молекулярно направленное лечение. Из них значительная часть действительно демонстрирует клинический ответ, но кажется, что пропорция действительно маленькая и дает почву для скептиков говорить о том, что рановато нам еще использовать такой подход в повсеместной практике. То есть в конечном счете около 2,5%, которые получили значительный клинический эффект. Но все же, действительно ли это случайность или пренебрежимо малое число пациентов? Давайте посмотрим, в каких местах могут возникать эти ошибки, почему даже в реальной клинической практике так мало больных доходит до получение клинического эффекта от прецизионного подхода. Имеем ли мы дело действительно с теми его преимуществами, только с тенью от ожидаемого эффекта. Ну, для начала скажем, что действительно, как и говорил предыдущий спикер, около 20-40% только в разных нозологиях пациентов имеют мишени для того, чтобы мы могли подобрать на лечение. И это нельзя списать на то, что на несовершенство методов анализа. Действительно, так устроена биология, и это такой результат генетической лотереи. Мы ее не разыгрываем, мы просто смотрим, что там выпало в конкретном лотерейном билете у данного пациента. Но, тем не менее, ошибки могут возникать на каждом из этапов реализации прецизионного подхода. Начиная от самого молекулярного профилирования, на этапе интерпретации результатов и, разумеется, на этапе подбора и реализации лечения. На первом же этапе на практике лаборатории, пациенты и врачи сталкиваются с рядом проблем. Первый связан с переаналитикой. Действительно, мы не всегда можем получить образец опухоли достаточного качества, объема и актуальности для того, чтобы, выполнив его молекулярный анализ, мы были уверены, что да, сейчас пациенту мы можем что-то предложить. Это могут быть и сложности с и фиксацией образца, и с отсутствием достаточного количества опухолей клеток. И очень важно отслеживать это все в самом начале, до того, как образец попал в лабораторию. И аналитический этап, конечно же. В первую очередь, собственно, какие гены анализировать? Кто должен заниматься ответом на этот вопрос? Разумеется, есть технические параметры, которые дадут нам возможность отличить хороший анализ опухоли от плохого. Это и среднее покрытие, когда мы говорим про NGS, которое позволило бы выявить все соматические варианты
в образце ДНК. И как бы, что может быть ближе даже к клинической практике, это понимание того, есть ли там какие-то значимые хотспоты или горячие точки, которые выпали в процессе анализа по каким-то ни было причинам. Но вернувшись к вопросу ключевому, наверное, для клиницистов, это какую панель генов использовать, ну, здесь понятно, что биолог скажет, нужно использовать самую большую, в которую входит все, что только может быть, ну и, разумеется, включая сигнатуры вроде высокой эмоциональной нагрузки и перестройки генов. Ну, как, собственно, оптимизировать этот набор генов для тестирования? Нам пытается помочь в этом ESMA, уже упомянутое руководство, которое взяло на себя такую функцию разобраться, нужен ли NGS, то есть расширенное профилирование в рутинной практике, если нужен, то в каком объеме анализировать. Но вот если мы посмотрим на эти списки генов для разных нозологий, то увидим, что даже годовалой давности гайдлайн, в общем-то, несовершенен. Вот если посмотреть на поджелудочную железу, о которой уже говорили, например, почему-то там нет гена PALB2, хотя на сегодняшний день не вызывает никаких сомнений, что его анализ, мутации в нем могут быть очень перспективными, как и для планирования там, платиносодержащих режимов, так и для опций, связанных с PARP-ингибиторами для лечения этой такой сложно поддающейся лечению нозологии. Что касается в целом выводы, как нам избежать ошибок на этапе аналитическом и преаналитическом, на том шаге, когда мы выполняем молекулярное профилирование. Самое главное здесь заранее сформировать правильные ожидания. И это нужно делать и с участием пациента. Здесь партисипативный подход как никогда важен. И он требует, конечно, особых усилий от клинициста, потому что разобраться в том, какие шансы есть у пациента на то, чтобы найти дополнительные возможности лечения, ему предстоит сделать вместе это с генетиками, с биологами, которые будут выполнять анализ. Но тем не менее, понимание этого до начала тестирования может избавить от многих проблем и ошибок в будущем. Интерпретация результатов. Крайне важный этап, потому что одно дело получить данные анализа, другое дело понять, как их транслировать, собственно, в клинические решения или хотя бы в рекомендации препаратов. Когда мы видим в заключениях разных лабораторий связку биомаркер, то есть там ген и соответствующий препарат, все выглядит просто. На самом деле за этим стоит очень большая работа и много неоднозначных, возможно, решений. Но в первую очередь мы должны оценить, мы как лаборатория должны оценить клиническую значимость мутации, потому что не всякое изменение в ДНК гена является признаком того, что ген активирован или наоборот замолчал, то есть стал драйверным в данном контексте. И для разных генов оценивать этот эффект бывает по-разному сложно. Вот два близких гена из семейства HRR, генов гемологичной рекомбинации BRCA2 и ATM. Вот посмотрите, желтым выделено, сколько для них известно, встречается вариантов неопределенного значения, ВУС так называемый. Помимо того, что в раке простаты они встречаются примерно с одинаковой частотой, в гене ATM, который меньше изучен и в силу его биологических особенностей, намного чаще лабораториям приходится сталкиваться с вопросом, с трудностями в интерпретации обнаруженных находок. И это, конечно же, дает свой вклад. Если мы вспомним исследование Profound, где за пределами генов BRCA1-2 очень сложно было интерпретировать в пользу селективных там PARP-ингибиторов, может быть, одной из причин является и сложности с интерпретацией отдельных мутаций в этих генах. Ну, отдельной российской такой специфической проблемой является ложная интерпретация как значимых распространенных популяционных полиморфизмов в этих генах. То есть даже если у нас встречается какое-то изменение в ДНК значимого гена, такого как BRCA, это вовсе не значит, что этого достаточно для того, чтобы считать, что у нас есть биомаркер, у нас есть таргетируемые изменения. Может оказаться, что это совершенно доброкачественное изменение, являющееся онкогеном. Другой вопрос – это доказанность влияния биомаркера. Да, у нас есть изменения, мы знаем, что биомаркер у данного пациента есть, соответственно, он подсказывает нам, что нужно сделать выбор в пользу соответствующего направленного лечения. Но биомаркер рознь, мы знаем, что разные уровни доказательности могут свидетельствовать о том, в какой момент нужно обратиться к этой опции. Это может быть основная тактика, то есть решение, которое, лечение, которое может быть использовано здесь и сейчас, а это может быть и вариант гипотетический, экспериментальной терапии, который останется у нас как вариант для
выбора в отсутствии других альтернатив. И развлечение этих состояний очень важно дальше, на следующем этапе, когда принимается решение о том, какое лечение назначить. Благо, консенсусы ESMO и ASCO предлагают свои варианты описания уровней доказательности для того, чтобы упростить эту задачу дальнейшему клиницисту. И, как ни странно, отдельно следует обращать внимание еще и на выраженности ожидаемого эффекта, потому что одно дело, когда биомаркер хорошо изучен, для него зарегистрированы препараты, и мы знаем, что ждет нас хороший ответ, другое дело, когда биомаркер относится к категории такой, с низким уровнем доказательности, гипотетическая мишень, и в силу того, что он редко встречается, полноценных исследований нет. Но мы, если обратим внимание на хоть и скудную, но сложившуюся уже практику применения соответствующего лекарства, увидим, что ожидаемый эффект очень хороший. Как то, например, использование BRAF-мек-ингибиторов при BRAF-мутантном раке яичников. Да? Это действительно редкое событие, но тем не менее PubMed пестрит заголовками кейс-репортов, когда был обнаружен, был получен полный ответ на такую терапию. И нельзя списывать со счетов, соответственно, и выраженность ожидаемого эффекта. Соответственно, вот такое трехмерное определение вот этой связи между биомаркером и препаратом довольно сложно ложится на плечи лаборатории, должно быть выполнено довольно аккуратно и точно. В противном случае ошибок не избежать, и ложные надежды могут не оправдаться при выборе такого лечения. Что касается, собственно, лечения. С какими проблемами сталкиваются клиницисты чаще всего и где, обо что спотыкаются? Ну, кроме тех случаев, когда исследование не выявило потенциальных биомаркеров, потенциальных мишеней. Другая крайность – это когда несколько вариантов лечения предложено, и непонятно, как выбирать наиболее оптимальное. И ответить на этот вопрос попытались в исследовании iPredict, где как раз значительную часть, то есть около 50% участников этого исследования имели более чем один биомаркер, соответственно, более чем одну рекомендацию по возможной экспериментальной терапии. И если мы посмотрим на кривые выживаемости, то увидим, как отличаются они для пациентов, которые получили, то есть синяя линия соответствует больным, получившим комбинированную терапию, где не больше одного препарата использовалось в соответствии с молекулярным профилем пациента. А оранжевая линия соответствует пациентам, которые получили меньше половины, так сказать, у которых было таргетировано меньше половины обнаруженных нарушений. Мы видим, что разница действительно существенная. Это открывает большие перспективы для того, чтобы использовать комбинации таргетных препаратов, а соответственно повышать шансы на положительные исходы у пациентов. Другая проблема, которая очень характерна для российской реальности, ошибка, которая сталкивается, на которую спотыкается прецизионный подход, это недоступность препаратов. Потому что зачастую мы говорим о селективных ингибиторах против каких-то онкогенов, которые вот-вот только были зарегистрированы или вообще еще находятся на ранних фазах клинических исследований. Что тогда делать? Это ли не отсеивает значительную часть пациентов, которые могли бы выиграть от прецизионного подхода. И здесь на самом деле в тесном взаимодействии клиницистов с биологами могут быть найдены компромиссные варианты. Как то, например, подбор в качестве альтернативы менее специфичных, но более доступных лекарственных препаратов. Я имею в виду специфичных в отношении обнаруженной мишени. Так, например, для активации гена RET есть упомянутые уже сегодня, опять же, препараты очень специфичные, селективные ингибиторы, такие как пролситинип. Но в то же время мы знаем, что всем давно знакомые кабозантинип, панитонип, являющиеся мультикиназными ингибиторами, тоже хорошо вполне себе таргетируют эти изменения. Значит, могут быть использованы в случае, если другие возможности у пациента исчерпаны. Ну и вообще говоря, чтобы разобраться в этом, как уже не раз сегодня прозвучал, очень важен контакт между биологами и клиницистами, которые могут друг другу задавать правильные вопросы и искать такие важные для пациента ответы. Именно в таком формате, такого молекулярного консилиума, Molecular Tumor Board, и достигаются лучшие результаты прецизионной онкологии, которые на сегодня мы можем наблюдать. В том числе вот в этом исследовании, упомянутым здесь одноцентровом, где, в общем-то, исследовалась реальная практика назначения
экспериментальной терапии в соответствии с решениями тюмор-борда. При этом он там проводился каждый раз для каждого пациента, но не всегда лечащий врач пользовался рекомендациями тюмор-борда. Ну и, во-первых, мы видим, что на первом графике, что зеленая кривая соответствует пациентам, которые были пролечены в полном соответствии с рекомендациями такого консилиума. Эти пациенты лучше всего показали лучшую выживаемость, общую выживаемость. А на втором графике интересно, что там было показано именно какой процент мишени был таргетирован в соответствии с рекомендацией тюмор-борда. Опять же, чем больше мы молекулярных маркеров, так сказать, задействуем в принятии клинических решений, тем больше, более высокого результата можно добиться. Ну и в целом, наверное, можно подытожить так эту часть, этот блок, связанный с назначением, лечением, то есть с реализацией уже последнего этапа предстательной онкологии. Это секретом избегания ошибок является именно тесное взаимодействие в такой мультидисциплинарной команде биологов, генетиков и клиницистов. Собственно, вот такие простые выводы мы можем сделать о том, как с минимальными усилиями повысить эффективность прецизионного подхода. Ну, во-первых, формировать к нему правильные ожидания и заранее планировать то, а зачем мы, собственно, выполняем профилирование и чем это может быть полезно конкретному пациенту, требовать от лабораторий действительно качественного анализа и подхода к интерпретации биомаркеров. Это очень важно. И здесь, наверное, большое значение вскоре будут играть и отраслевые стандарты, которые вот-вот появляются, все больше значения приобретают для специалистов. Ну и, разумеется, действовать мультидисциплинарно команде, чтобы это не был просто обмен там, заключениями и репортами о тестировании, но истинное взаимодействие и поиск решений в пользу пациента. Большое спасибо.